Итак, здравствуйте. Вы смотрите вторую часть поездки. О, едет с поворота. Со стрелки. Вот это, скорее всего, он. И сейчас там пойдет без посадки. Это, скорее всего, новогодний. Мы сейчас ждем новогодний поезд. Ожидаем, что вот этот. Да, это он. А вот это тоже без посадки. Это тоже посадки нет. Ну ладно. И мы пошли на станцию Зяблик. Все, пойдем. И мы идем на станцию Зябликова. О, 10-й, то есть, а правильное по-русскому. Люблин. Деда? А, это нет прохода, это не то. И там нет прохода. Не нужно. На эскалатор. Вон, а, Люблинско-Дмитровская, она ниже проходит, видимо. А раз путь, а может путеизмерители может, могут съезжать на Зябликова, путеизмерители? Там даже есть специальная табличка, посадки нет, горящая. Вот как часто эти посадки нет, что они даже электронное табло сделали. Посадки нет. Здесь такой длинный переход. Мы пришли на Зябликова. Вот этот наш путь. Там нет посадки. Деда, и нам, я хочу поезд, который идет до конечной остановки. Печатник. Смотри, там депо идет город. Я не знаю, по-моему. И здесь вот такая закругленная платформа. Он может табличку снимет. Какую? Или повернет до... другой. А может быть он, а бывает такое, что написано печатники, а он идет до Селигерской. Сейчас, это он, Петя? Если не он, подождем следующий поезд? Я не знаю. Едет поезд. Да, до конечной станции Печатники. Да вот Печатники, я встану пока, я не хочу. Будьте внимательны, поезд следует только до станции Печатники. Что, объявляет? О, я хотел такой. Я хотел такой поезд, что он следует до конечной станции Печатники. Смотри, стрелка, пункты, не знаю. Там фонари горят, видно, со станции. О.
Быкова, Шипиловская, Борисова, Марина, Братиславская, Люблино, Волжская и конечная Печатники. Здесь короткое расстояние между станциями. Да. О, давай, осторожно, дверь закрываем. Я не смогу. Будьте внимательны. Поезд следует только до остановки Печатник. Я тоже. Тут нет дела. Так получилось, что Орехово и Борисово — это разные остановки. Хотя есть один район — Орехово. Орехово-Борисово. Один район. Станция Борисово. Станция Марьина. От имени Мария. А именно от района. От района. А именно от района Марьина. Братиславская. Пассажир. Идете водитель. Следует до станции Печатники. Поезд следует до станции Печатники. Поезд следует до станции Печатники. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Смотри, сейчас будет. Я его один раз снимал, я тебе присылал. Да. Посадки нет. Должны объявлять. Смотри, пассажиры. Смотри, вот, видишь? Не забывайте свои вещи. Вот, слышишь? О! Это наш поезд. О. Сейчас. Посадки нет. О, и это тоже посадки нет. На этом вообще большими буквами написано. Посадки нет. Этот вообще какой-то интересный. Это на нем вообще вначале на табло. Нет посадки в сторону станции Кожуховская. Вот какая интересная ситуация. Нет посадки в обе стороны. Там же закрылись двери. Уезжает этот поезд. И уезжает тот, наш, на котором мы приехали. Да. Вот такая интересная ситуация. Он поехал в стояк, в тот, который мы переезжали, помнишь? О. Наверное, он сейчас встанет, а потом...
будет, там стрелка была. Будет повернуть, всем туда назад. О. Не заканчивайся. Если мы на следующий сели сейчас, поехали, посмотрели, стоит он там или не стоит. Если мы раньше поехали, то мы посмотрели тоже, стоит он или не стоит. Сейчас. И мы идем. Итак, я прощаюсь со зрителями. До свидания. Думаю, вам понравилось мое путешествие. Мое путешествие. Или называйте как хотите. Путешествие, поездка или... Путешествие, поездка или как вы там хотите. Что снимаешь? И до свидания.